Привет, друг! Давай создадим торнадо в программе «Эмберген». «Эмберген» — это программа создания для дыма, огня и всего, что с этим связано. Полный обзор на эту программу, ссылочка в описании, а также подсказка вверху. Итак, заходим в программу, и по умолчанию мы имеем готовый пресет с вот таким шаром, состоящим из огня и дыма. Давай прям переделывать все на этом шаблоне. Дабы не создавать дополнительные ноды, а редактировать имеющиеся, передвинем наш шарик чуть-чуть пониже и выберем наш примитив в качестве round-цилиндр. Это вот такой вот объект, который будет проще всего подходить для нашего торнадо. Опустим как-то вот так. Можем изменить здесь радиус, в дальнейшем мы его поменяем, потому что изначально очень сложно понять, что конкретно у нас будет происходить. Переходим в эмиттер и вспоминаем, что как раз здесь у нас происходит настройка создания нашего огня и дыма. Настройка именно создания. Вот здесь нам необходимо добавить больше дыма и убрать фойл, то есть огонь вообще на ноль. Также повысим немного температуру и получим густой дым, который пока что не похож на наш торнадо. Сразу же давай перейдем в симулейшн и изменим разрешение нашей сцены на другие значения. Таким образом, куб, который находится у нас справа, увеличится, и за счет этого увеличится наше качество. Но в данном случае нам необходимо увеличить лишь размер, для того чтобы весь наш дым мог попасть в наши пределы, дабы он не срубался. Поставим пока что вот такие значения и вспоминаем, что надо нажать Apply New Resolution, чтобы применить изменения, и вот что мы получаем. С разбегу создаем ноду Line. Это нода, которая позволяет создавать силу завихренности. Подсоединяем ее к силам Simulation и видим, как наш дым начинает ускоряться. За вот это ускорение у нас отвечает Push Strange. Его необходимо выставить на 0. Самое главное — это играться с Twist Strange. Он как раз и позволяет закручивать наш дым. Получается уже прикольно, но это далеко не то, что нужно. Repeal Strange позволяет добавлять некую рандомность для того, чтобы все наши завороты не казались идеальными. Создаем следующую силу под названием Point и также подключаем к Force. Point позволяет концентрировать свое внимание как аттрактор в Cinema 4D, для того, чтобы мы могли управлять движением нашего дыма в ту точку, которую мы назначим. Она так и называется Point. Здесь нам необходимо изменить интенсивность в минус, чтобы он начал притягивать. Таким образом, мы сможем задавать нужную нам скорость и изменять торнадо, например, в смерч, ну или разные виды дыма. Мы просто поиграемся с настройками, а дальше уже можем изменять все так, как тебе понравится в дальнейшем. Ну, более-менее что-то похоже на правду. Мне хотелось бы, чтобы внизу наш клубочек дыма, который как раз позволяет создавать наш дым, был немножечко искаженным или деформированным, для того, чтобы создать рандомность появления наших потоков. Для этого нам необходимо создать ноду Blend, подключить наш shape примитив в любой из шейпов, ну, в Blend, удалить имеющуюся связь с эмиттером и затем добавить необходимую ноду под названием Noise, которая находится в shape. Далее подключаем в shape и затем, конечно же, в shape эмиттер. Видим вот такую вакханалию, это нормально. Заходим в Shape Blend и меняем тип на Smooth Intersection. Теперь у нас происходит саб-трек нашего нойза с нашим примитивом. То есть наш нойз будет вырезать все, что находится в нашем меше. Теперь, чтобы конкретно увидеть, что происходит с нашим мешем, заходим в эмиттер, пролистываем его вниз и клацаем по Show Emitter. Теперь мы визуально видим, откуда будут идти наши потоки. Заходим в Shape Noise и пошаманим немножечко шумом таким образом, чтобы задать более-менее ту вариативность, которая нам нужна. Плюс к этому добавим немножечко анимации внизу, как-то так. Теперь уберем шоу-эмиттер и получаем что-то гораздо лучше, чем просто клуб дыма. Еще немножечко поднастроим, и у нас есть еще такая штука, как октава. Это буквально детализация того, что имеется в нашем нойзе. Отлично. Далее заходим в Simulation, спускаемся вниз, находим Smoke Dissipation Red. Он позволяет настраивать продолжительность жизни нашего дыма, и здесь это визуально видно. Выводим его на большее, для того, чтобы торнадо сохранял свое существование до конца. Также можем играться с Vorticity, то есть эта локальная завихренность позволяет создавать такие эффекты, как кипячение чайника или все в этом стиле. Но также можно его использовать для каких-то маленьких прикольных детализаций. Опять подкрутим еще немножечко наше значение для лучшего результата. На данный момент увеличим радиус нашего примитива, чтобы дыма было больше, ну и шире, то есть пообъемнее.
Можно также немножечко крутануть в Force Buoyancy. Он позволит создать некую текучесть нашего потока. Но это уже для какого-то другого результата. Я просто показываю прикольные настройки, которые являются конкретно для этого примера. А то есть для торнадо. Далее мы переходим в Volume. Но здесь сразу тебе говорю, что идут настройки для вывода дальнейшей картинки как секвенции. То есть вообще на самом деле Emergen больше как-то рассчитан на симуляцию для игр. Потому что настроек по типу импорта анимационных каких-то моделей здесь попусту нет. Для того, чтобы ты мог добавить какого-то человека, который двигается, и, например, его поджечь. Может быть, эту функцию пока просто еще не добавили. И вот как раз для секвенции здесь необходимы следующие ноды. Но не для VDB. Мы можем просто покрутить Volume для того, чтобы посмотреть, как хорошо и насколько сильно будет выглядеть рендер в дальнейшем. Ну, например, в Cinema 4D плюс Redshift. Но на экспорт конкретно вот этой вот симуляции это не повлияет. Здесь мы можем подкрутить тени, пропускную способность света и так далее. Все это надо будет крутить в Redshift. Также мы можем посмотреть, как будет выглядеть наш дым в Motion Blur. Ну или добавить ему четкости. Конечно, рендер, который получается здесь, выглядит гораздо круче, чем то, что мы получаем уже в Redshift. Потому что Redshift это далеко не самый лучший рендер для того, чтобы рендерить в нем Volumetric. Поэтому позже можем разобрать, как это будет выглядеть в Octane. А также мы разберем, как можно сохранить секвенцию и добавить ее в реальное видео. Что касается перемещения нашего дыма, давай зайдем в ноду симуляции и перейдем на вкладку Wind. Это ветер. Он позволяет дать нам определенный вектор того, куда будет стремиться наш дым. Но если мы, допустим, будем использовать Wind House в тех количествах, которые будут приемлемы для нас в нашей симуляции, то мы получим некую вариативность. А пока что работа с анимацией и ключами в данной программе достаточно топорная, я бы даже сказал абсолютно неудобная. Это все я к тому, что лучше использовать какие-то методы, которые позволяют тебе делать все автоматически и без ключей. Поэтому ветер может тебя спасти. Это необходимо для движения, потому что в Эмбергене не реализовано движение, а в принципе как таковое. То есть ты не можешь перемещать шар за рамки того, что у тебя есть. Поэтому в дальнейшем ты можешь двигать сам VDB Volume в Cinema 4D или в другом 3D пакете. Ну то есть самостоятельно. Давай посмотрим, что будет, если мы создадим еще и огонь. Добавим фуил и больше температуры. Причем фуил гораздо больше. И вот как визуально это будет выглядеть. Поэтому можешь смело добавлять огонь и играться с настройками, которые находятся в Simulation. Давай опять изменим наш Voxel Count, чтобы расширить наши границы и увеличить качество. После этого просчет, конечно же, увеличится, и необходимо отодвинуть камеру немножечко дальше, чтобы использовать лайфхак улучшения производительности. Voxel Size в данном случае будет иметь значение разрешения наших вокселей. Чем ниже наш воксель, тем лучше будет качество и детализация. Апскейлинг, который находится ниже, даст твоему качеству просто невероятный уровень. Просто поиграйся, значение X уже будет давать офигенные результаты. Давай поменяем все-таки на другие настройки, чтобы я смог быстрее просчитать все для урока. И после небольшой анимации будем экспортировать в VDB. Давай анимируем наш Force Point. Передвинем изначально точку, где мы хотим ее видеть. Начнем симулировать наш торнадо и остановим на том моменте, где необходимо поставить наш ключевой кадр. Нажимаем вот на эту кнопочку рядом с Position, спускаемся вниз и нажимаем на тот участок, где хотим поставить ключевой кадр. Делаем это правой кнопкой мыши. Симулируем дальше и поставим еще один ключ вот здесь. Далее начнем передвигать наш ключевой кадр, нажав на него и изменяя наше значение. Но это у нас только ось X, поэтому нам необходимо проделать то же самое с осью Y. Давай включим анимацию заново и видим, что это не очень удобно. Хотелось бы вертеть тайм-линию туда-обратно для того, чтобы просто смотреть, как движется наш поинт. Ну и добавим еще одни ключики для того, чтобы переместить куда-то наш поинт. Ускорим и давай посмотрим, что из этого мы получим. С помощью шифта и колесика мыши мы можем управлять нашей тайм-линией. Все, далее заходим в экспорт VDB, ставим путь и нажимаем Export Now.
С разбега после того, как мы просто экспортировали все наши файлы, заходим в Cinema 4D. Я уже заранее просто закинул камеру Redshift, дом Light в виде HDR и обычный Plane. Давай включим наш Render View, добавим какую-нибудь геометрию для того, чтобы понять, где падает наша тень, и также осознать, каким образом будет виден наш объект. Чтобы сделать такой же эффект, как у меня, когда мы вставляем объект в какую-то невидимую землю для тени, то мы просто должны добавить тег Redshift, а зайти в Mate и добавить галочки в Override, Enable и Enable. Далее зайдем в Redshift Volume, зайдем в Animation, поставим мод на Simple и Detect Frames. Он у нас все просчитал автоматически, выставим так, как надо. Смотрим, в какую сторону движется наша симуляция. Видим, что она движется влево. Соответственно, нам необходимо повернуть объем вот таким вот образом. Чтобы визуально видеть, что где происходит, в Volume необходимо превью выставить на Point. И также выставить сколько-то определенных точек. Давай увеличим наш объем в два раза для того, чтобы он был больше. Создадим материал Redshift Volume. Сразу же кидаем его на объект Redshift Volume и смотрим, что у нас здесь есть. Сразу в канале Scatter мы видим Redshift Volume, и все данные, которые у нас находятся при экспорте эмбергена, передались вот сюда. Здесь у нас присутствуют density и температура. И также три различных скорости по трем осям. Мы можем использовать density как дым, а точнее даже будем его использовать. Но также мы можем использовать температуру, которая имеет уже всю полную информацию, где находятся наши воксели. То есть максимальную плотность везде. Скорость позволяет выбрать определенную ось воздействия, грубо говоря, наших завихренностей. То есть таким образом мы можем использовать его в качестве, допустим, огня, либо каких-то энергетических прикольных штук. Ну вообще на самом деле то, что угодно. Это что-то в стиле Vertex Map, когда мы создаем, например, жидкость в Real Flow или через X-Particles, для добавления каких-то интересных смешиваний материалов. Но давай не о грустном. Сейчас мы все это используем. В общем, выбираем Density. Во вкладке Advanced смягчаем наши пределы Volt Max, например, на какие-нибудь 10 значений. В данный момент сэмплы выставлены на 261 по Volume, просто рандомно, для того, чтобы качество было получше. И, конечно же, соответственно, нам необходимо рендерить через бакеты. Нажимаем вот здесь, и у нас происходит просчет квадратиков. Теперь детализация видна лучше. Можно работать. Не забывай, конечно, о том, что в DOM Light нам необходимо выставить Volume либо на единицу, либо на то значение, которое тебе нужно. Для того, чтобы весь наш цвет воспринимал объем так, как надо. Теперь при перемещении движения света мы видим вот такой прикольный и очень красивый результат. Итак, играемся с настройками, которые находятся в Basic. Мы можем изменить скеттер. Это пропускная способность участков, которая находится как бы сзади нашего волюма. И таким образом мы можем изменять значение для его яркости. Но вот что касается Absorption, это пропускная способность всего света на весь объем. Используй настройки Density Advanced для того, чтобы урезать моменты, которые тебе не нужны. Потому что в дальнейшем мы сможем, например, продублировать эти объекты в Volume и создать что-то более интересное. Давай попробуем создать что-нибудь с помощью Emission. Добавляем сюда какой-нибудь Velocity, например, Velocity X, хотя нет, давай Velocity Y. Добавим какой-нибудь пресет в виде огня, подправим здесь настройки цвета и выводим Alt Max на большие значения. А также урежем минимальные. Давай просто поиграемся, я здесь останавливаться не буду. Вот таким образом можно сделать. И на самом деле, в данный момент мне захотелось поменять цвет на какой-то более инопланетянский. Но сделаем это все гораздо плавнее с помощью Alt Max на большие значения. Получается уже, кстати говоря, что-то интересное. Каким образом мы здесь можем поиграться? Ну, это создать источник света Point, который можно анимировать в стиле молнии, которые находятся в торнадо. Ну, знаешь, вот эти все крутые эффекты. Просто если поводить, то видно, насколько хорошо и прикольно все это влияет на Volume. А если мы вообще засунем внутрь нашего торнадо и уменьшим интенсивность, а затем полезем в настройки Absorption, то увидим, как он влияет на пропускную способность.
Отлично. Давай продублируем наш volume и повернем на какой-то определенный градус. Мы получаем уже что-то гораздо интереснее. В ускоренном режиме просто поменяем цвет, побалуемся и посмотрим. Мне самое главное, чтобы ты понял принцип, что все это очень легко настраивается. А также, что использование эмбергена в данном случае это просто невероятная выручка на ускоренный процесс. Ну и буквально все. Мы выставляем сэмплы побольше для волюма. А еще раз повторюсь, что Redshift это не самый лучший рендер для волюметрик. И даже у меня под большие значения сэмплов не получилось вывести в достойном качестве, потому что в любом случае нам необходимо делать Radiance Cache через GI. Все необходимые фишки, вся структура Redshift находится у нас в курсе. Обязательно заходи на наш сайт, посмотри все, что там имеется. Если тебе понравится, я очень жду тебя для создания офигенных работ, с которыми я тебе обязательно помогу. Подписывайся на наш канал, не пропусти CGI новости, ставь свой шикарный лайк с разбега и удачи!